часть про самолеты в автобусе. Первая часть. Я вообще забыл, по какому маршруту едем. Я помню, по какому маршруту едем. Так. Вот такие у меня колеса. Но обычные колеса у меня просто. Багажник. О, у меня автобус обычный, колеса обычные, все обычные. Обычный автобус мам. Вообще обидно, на красный можно ехать. А то я вот так вот сделал. Здесь еще только бензин тратится. Но это нормально. Сейчас зима разгонится так нормально. Вот поворот, поворотик. 12 км в час нужно ехать. Я уже. Все, 100 км все еду. Все. 120 я еду, офигеть. Ты пчела, я пчела. А мы любим. А мы любим. Пчела, я пчела. А мы любим. Главное никуда не вредно. Все, почти 200 км в час я еду. 150! Это страшно. 150. Обгоняем автобус, короче. Все, почти 72 км. Вот мы быстро домчались. Сейчас мы быстро домчались. До города. Обычно это 5 минут. Обычно это 5 минут. Так. А вроде нормально. О, дождик еще пошел. Просто за одну минуту доехали. Смешно было, получилось смешно. Так, мне надо еще предзаправиться. Где заправка недалеко. Где у нас заправка? Вот, вот она заправка. Сейчас, погодите, мы заедем. Подзаправимся. У меня 261 рубль, но мне хватит на бензин. Двухэтажный стоит. Хотя я прикол, двухэтажный сейчас не выпускают автобусы. То есть их выпускают, но они очень дорогие. Я вот даже их не могу купить. Я вот на одном мане только еду. Короче, все, я уже на автовокзале. Это уже конечная. Здесь очень узкие улицы. Мне кажется, что это Калуга даже. Мини-чук поедет. Ну, короче. Встретимся, когда уже посадка загрузится. Короче, я вышла из автобуса. Вот такие у нас колеса, но обыкновенные вот. И обыкновенный свет, серенький такой. Серенький, приятный свет. Я, может, его поменяю. Чё вы там стоите? Тоже закроем багажник.